Добрый вечер! Это снова мы с вами. Добренький вам вечерочек. Ребятки, мы шли с работы, ведь меня встретила подстриженная, да? Вот. С трудом узнаю. Да. И что-то мне вот, наверное, с полдня точно мне напевалась эта песня. Да с утра ж ты. Ну, с утра я сказала, потом поработали, подзабыла, а потом думаю, не-не-не, надо. Я вам сейчас маленькие такие строки скажу, не из песни, а из жизни. То, когда было время, когда она была на пике, эта песня, да, она звучала из каждой квартиры, из каждого окошка, из каждой, скажем так, на каждой дискотеке, и молодежь ее, я думаю, до сих пор уважает и ценит, и любит эту песню. Она задорная, веселая, мы ее тоже любим. Будут ошибочки, прощайте, мы же не артисты, мы просто для вас настроение поливаем. Как всегда, настроение. Кому-то они будут говорить о плохом, всего хорошего. Мы за хорошее настроение, ребятки. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустимая земле она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земные весны. Снится нам не рок, а космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка, плывает деловой наш разговор. Какой-то дымки матовой, земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, чё сына мать, а сына ведь земля. Снится нам не рок, а космодрома, не эта ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Где-то все, ну просто вот хочется ее спеть, даже если мы ошибаемся. Ну вот заметьте, мы ж
не пытаемся там набиться на бурные аплодисменты и так далее. Просто нам весело. Поднять настроение. Да, почему бы не повеселить вас, правда? Чем богаты, гитара, да, тем голос. Рады, да. Тем и рады. Вот, завтра, Витя, на работу. Сейчас я буду печь хлебушек кукурузный, потому что хлеба в доме почти нет. Подъели все. Вот. Если что, утречком я его сниму, какой он будет, потому что все-таки 3 часа оно будет выпекаться, я уже вечером так не буду включать. Не, ну может вечером сниму, а утречком покажу. Хорошо? Вот. Не знаю, как у вас погода, ребятки. У нас погода, ну, хотелось зимы, ее нет. Какая-то... Что-то капает такое с неба, то ли вода, то ли снежок. Обещали целый день снег, которого, ну, вот даже вот так не упало. У нас зима, январь, март. Да. Март, январь. Ну, может, в феврале закружит, завьюжит. Да. Закружит и завьюжит. Прекрасная зима. Погода, в доме прекрасно. На улице дождик, но это ж ну, никому да, не мешает. Вы нам пишите, пожалуйста, в отзывах и предложения по поводу, какие бы вы еще песни хотели бы услышать. Много писали украинских, еще все впереди, будем петь. Вот. Я же вам рассказывала, что парочку да, у нас песен резанули, не дали, то есть там какие-то права и все остальное. Ну, не обращая внимания. И все равно мы их попытаемся спеть. Один был романс, и это самое. Все равно хочется их спеть, потому что мы любим эти две песни. Да, почему она? Да, ну, права есть права, скажем так, мы же не вправе. Да, она, я считаю, вообще, там, романс эту... Ну, Витя, хотя он и старый, как давно был и в исполнении. Не старый, старых песен нет. Нет, конечно. Старых песен нет. Это просто забытая есть песня, а новая, это хорошо забытая старая. Для меня нет старой песни. Она, когда писалась, кто-то передал понятно, информацию, да. Информация из прошлого века. Я песню даже 200 лет, я не считаю старым, ну старой даже, ну там 100 лет назад. Вот гимн написан еще Украины, написан тогда, там, да. Когда, ну где-то 1860, по-моему, ну где-то так. Степа, и то, кто его скажет старый, я... Я имею в виду, давно исполнялась или давно была, скажем так, написана. Старость вообще не по мне. Этого. А права кто-то держит эти песни? Или там права или не права, но что-либо такое есть, которые, ну, запреты, есть такое. Ну, мы не претендуем, но все равно мы будем ее пытаться исполнять. Времечко чуть-чуть дадим, да? Пускай пыл утихнет у людей, кто это делает. Ну, не у людей. Нет! Да. Я, Леночка... За что? За песню. Не дали исполнить. Ну, то есть запрет на песню. Просто я не могу понять, какую мы песню пели. Ну, этот самый. Только раз бывает в жизни встреча. Да, и еще какую-то одну, не помню уже. Так, все, мы не будем уже людей отвлекать. Песни мы нам спели. Хорошего вам вечера, удачных снов добрых. А завтра хорошего, удачного рабочего дня. Хорошо, и берегите себя, не уставайте. Отдохнуть, не уставайте, берегите себя. Все, мы с вами. До завтра.